Еще с понедельника весь личный состав областной полиции переведен на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщил глава областной полиции Дмитрий Головин. Силовики оборудуют дополнительные стационарные посты и блокпосты. Будут нести службу на железнодорожном вокзале, автостанциях и в аэропорту. Полиция также хочет ограничить реализацию алкоголя в ночное время. Это подразумевает 12-часовой рабочий день, отзыв сотрудников с отпусков, усиление несения службы, усиление нарядов, усиление пропускного режима, создание дополнительных стационарных постов, блокпостов. Появятся дополнительные наряды на железнодорожном вокзале, автостанциях, аэропорт. Возможно, патрулирование на территории рынков, где большое скопление людей. Во-первых, будет правильно, что никакой паники разводить не будет, и сотрудники полиции будут действовать строго в соответствии с действующим законодательством. Конституционные права никто нарушать не будет. Также будут приняты дополнительные меры. Эти меры связаны с определенными ограничениями. Мы будем ходатайствовать перед местными советами на ограничение реализации спиртных напитков в ночное время суток.